Полуразрушенный детский сад на бульваре Львовском в Новом Городе пустовал много лет. Заброшенное здание, которое не эксплуатировалось по своему прямому назначению, служило домом разве что для бездомных животных. Ситуация изменилась уже через полгода. Здание начали переобустраивать под детский сад для детишек с ограниченными возможностями здоровья. К сожалению, число особенных детей растет с каждым годом. Им необходимы специальные группы и образовательные учреждения. А мест в таких садиках попросту не хватает. Я думаю, что детский сад этот будет очень востребован. Он является, как я уже сказала, федеральной площадкой, поэтому к нам приезжает большое количество людей со всей страны для того, чтобы обучаться, как работать с детьми, которые имеют особые потребности. И я думаю, что у нас здесь все получится. Детский сад, уже получивший название «Радуга», станет филиалом уже существующего дошкольного образовательного учреждения номер 101. Группы уже сформированы, здесь будет обучаться 180 особенных детей. Подбирается лучший педагогический состав, закуплено современное оборудование. В саду будут специальные комнаты для обучения и восстановления. В каждой группе кабинет учителя-логопеда, учителя-дефектолога. Это очень важно, когда помощь детям оказывается именно вот непосредственно в этой групповой ячейке. И необходимое количество педагогов мы обеспечим. Ну а пока объекту просто необходим капитальный ремонт. По словам строителей, опасности в эксплуатации никакой нет. Более того, архитекторы уже подготовили план перепланировки здания, учитывая все особенности будущих воспитанников. Для этого расширяем все проемы, для этого делаются специальные санузлы, для этого делаются заезды в группы, пандусы будут специализированные. То есть внешняя стена практически остается так. Проект финансируется областным и городским бюджетом. Только на ремонт здания будет затрачено около 117 миллионов рублей. Фасад здания обещают сделать еще ярче и красивее, а сам объект должен быть сдан уже 1 июля. Кристина Жакот, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.